Приветствую вас, мои дорогие друзья! Сегодня мы отправляем первый заказ по итоговому каталогу Oriflame номер 18. И я вас поздравляю с завершением каталога 17. Надеюсь, он у вас был классный и все планы были реализованы. А если нет, ничего страшного, то планируем новые действия на 18 каталог и активно действуем. Этот чудесный период, предновогодний сезон, море подарков, удивительных приключений и отличного настроения. Поэтому смотрим, что я заказываю. Обратите внимание, как официальному обозревателю, мне в корзину положили 4 продукта. Поэтому будут обзоры с новой серии с розовым грейпфрутом, мыло, гель для душа. Мне положили многофункциональный спонж и пену для ванн. Большой объем будет новинка. Я очень люблю пену для ванн, поэтому классно. Я заказала набор. Жидкое мыло и мыло кусковое. Шафраном и пачули, серия Essence & Co. идет по акции, именно если заказывать сразу 2 продукта. То есть нужно в заказе указать и тот, и другой коды. Смотрите, как меняются цены. Первый раз, да, мы видим, вот какая цена, а в итоговой сумме получается очень даже приятная скидка. Так, беру наборчик мыла. Крем для рук. Кстати, сегодня у меня приходила подруга, забрала у меня все наборы, которые у меня были в запасе. Ну и я рада, потому что уже всех обеспечила, и она забрала все-все-все оставшиеся почти на 5000. На 5000. Так вот, смотрите, беру наборчик один. Пены нет в наличии, к сожалению. Гель для душа. Сочный лайм и имбирь, по-моему. Не помню. Смотрите, 63 рубля, 250 миллилитров, супер. Патчи с киви, беру 15 наборчиков пока. Ну, надеюсь, их не снимут с продажи, и они будут еще повторяться, потому что они невероятно крутые. Я думаю, их тоже будут покупать все с удовольствием. Так, у меня заказали туалетную воду Экла Блан. Шикарный аромат, сама сейчас пользуюсь, вообще в восторге. Так, заказали тушь для ресниц с эффектом веерного объема, черную. И беру смягчающие средства. Здесь часть под заказ, и часть я беру себе и на подарки. Освежающий крем-гель для кожи вокруг глаз под заказ. Массажное мыло скраб тоже под заказ. Шариковый дезодорант. Гель для душа. Тоже один под заказ, один я беру себе. Мыло, ладошки. Кстати, оно пахнет персиками. Очень классное мыло, я тоже себе брала. И оно идет, видите, у нас по акции, то есть деньги... Часть денег с его продажи или полностью все деньги переводятся в детский фонд, который основал Гоша Куценко. Мы с ним взаимодействуем, поэтому это очень классно. 20 штук туши для ресниц, 5 в одном. Тут часть уже заказали, часть я беру на продажу, потому что это самая популярная, самая продаваемая тушь. И она выходит всего сейчас по акции 159 рублей. При условии, если есть один продукт в заказе. То есть на каждый продукт из каталога одна тушь идет со скидкой. То есть если у вас, например, 5 продуктов, а вы хотите 10 тушей, то только 5 пройдут по акции. Имейте это в виду. Так, здесь же мне положили в подарок женский пакет 6 штук. А за что? За что их вкладывают сейчас? Я знаю, что за аромат вкладывают. А еще за что, не знаю, может быть, вот за наборы какие-то. Я не очень внимательная, поэтому буду рада, если вы подскажете, за что кладут пакеты. Может быть, за гель. Давайте добавим один гель. Посмотрим, прибавится ли пакетик. Нет, не за гель. А за что? Так. Я даже ничего... Может быть, вот за этот набор, но тут один. В общем-то, я не знаю, за что мне положили столько пакетов, но я им очень рада. Так, один каталог за 9 рублей, пакетик за 3 рубля оставляем. Переходим далее в раздел «Акции». Здесь я обязательно добавляю 10 каталогов следующего периода. То есть здесь уже будет каталог номер 1. Я его сразу отправляю в корзину. Акция сегодня идет «Адвент-календарь», «Мужской аромат», «Eternal Man». Я не буду заказывать, у меня много ароматов сейчас на продажу. Так, со скидкой 50% я могу взять любой продукт, и я хочу взять крем ночной с лифтинг-эффектом. То есть здесь мы можем брать все, кроме наборов. Так, это ночной? Да, ночной крем-лифтинг, всего 980 рублей. Чудесно! Здесь вы можете взять все, кроме wellness, наборов на Novage,
Mint and Mood масла не проходит и коллекция Норхен. Ой, я же заикаться начала. Так, далее, эксклюзивно онлайн. То есть здесь у нас скидки идут только для тех, кто заказывает через сайт. Помады, энергоблеск, для волос уходы, ароматы с большой скидкой, масла. Ну, масла у меня есть, они чудесные. Я каждый день пользуюсь каким-то маслом. На ночь обязательно релакс. Тоник против выпадения. Вот, он мне нужен, мне его заказали. Дальше, средство для уплотнения волос. Шикарное средство, ну, кстати, как укладочное я его использую. Пудры компактные, роскошная пудра, я ее обожаю. Она настолько лучше предыдущей коллекции, вот 100 раз. Иван меня просто покорил. Так, глубоко очищающий гель с фруктовыми кислотами. Восстанавливающая сыворотка шикарная. Я ей все время кончики волос мажу, но у меня есть новенькая прям. Так, далее. Набор роскошь твоих волос. Слушайте, какая огромная скидка. Это серия Beautanicals с натуральными компонентами, 95% натуральный состав. Еще какие-то наборы, но я, к сожалению, не вижу состав. Здесь Love Nature. А что здесь будет? Мы можем нажать «Добавить», потом все удалить, посмотреть состав. Но здесь есть несколько наборов. Давайте их все закинем в корзину и посмотрим, что внутри. Так, захожу в корзину. Мы потом можем же все удалить. Так, так, так. Видите, встал крем лифтинг за 980 рублей, шикарно. Так, смотрим, что у нас эксклюзивно онлайн. Так, состав, компоненты набора. А, здесь, значит, у нас серия Love Nature, у нас очищающий гель, тоник и матирующий крем-флюид. Отлично, за 399 рублей. Так, второй у нас сет идет, шампунь и кондиционер против выпадения волос за 359 рублей. Вообще классная цена, очень классная. Так, это у нас набор называется. Вот надо запомнить, новинка. Так, следующий набор у нас здесь тоже идет шампунь-кондиционер для тонких волос. А, и для окрашенных. То есть здесь у нас наборы шампуней. Смотрите, я сейчас все удалю. Все удалю. Перейду опять в раздел акции и добавлю то, что мне нужно. Так, у меня мне нужен тоник. Вот он, тоник. Это у меня просила клиентка. И я возьму набор против выпадения волос. Вот он первый у нас был. Нет, не этот, а вот, ага, вот этот наборчик. Это очень хорошая цена. Очень. И сейчас я их положу в корзину. Вот таким образом формируется у нас заказ. Я еще раз проверяю корзину. Все смотрю, что у меня точно все устраивает. Все здесь я добавила, что мне нужно. Ой, 7 пакетов уже стало. Смотрите, они, может быть, от суммы заказа добавляются. Я не знаю, я, конечно, стараюсь всегда внимательно смотреть. А, при заказе на 1500 из этого каталога вы получаете праздничный пакет в подарок. Все просто и понятно. Теперь я знаю, что это значит. Как раз столько пакетов нужно на подарки. Так, далее мы переходим в раздел «Доставка». Здесь у меня стоит уже СПО, на который я получаю заказы. Я могу поставить доставку на дом, то есть это будет бесплатная доставка, от 100 баллов абсолютно бесплатно привозят заказы. Конечно, я так и сделаю. Так, у меня будет бесплатная доставка. Оплату вы производите, как вам удобно. Я оплачиваю перед получением. У меня получается вот оплата перед получением. Я оплачу через личный кабинет именно банка, не на сайте, потому что здесь можно оплатить, например, банковской картой, но будет браться 1% за обслуживание. А я просто завершу заказ и оплачу с карты. Когда вы выбираете доставку, если, например, вы выбрали доставку «Пятерочка» или «Пикпоинт», то смотрите внимательно, тут будет показано, вот, например, «Постамат». Саратов. Я просто вам пример покажу. Мне все равно, да, любой. И здесь будет, так, это отделение Сбербанка. И смотрите, здесь будет показано и сумма сразу. Так, это мне не нужно. Можно продукт вместо платы за доставку. Смотрите, если вы выбрали этот метод доставки, то вам нужно обязательно оплатить 100% заказ в течение 5 дней. То есть если вы не оплачиваете, то заказ не начинает собираться. Соответственно, и дата доставки будет смещаться.
То есть если вы оплатите на пятый день, то вам его никак не привезут на четвертый. То есть будет идти отсчет сборки, начиная с этого дня, когда вы оплатили. Поэтому я оставляю свой заказ, доставка курьером, как мне удобно, потому что это, во-первых, бесплатно, во-вторых, это очень мне удобно, я оплачу перед получением, и мы переходим в раздел «Оформить заказ». Здесь тоже смотрим сумму, у нас есть использованная скидка, ого, какая у меня скидка большая, ого, у меня скидка 12 955 рублей, это, наверное, мне сюда премию начислили. Классно. Теперь мне нужно эту сумму все использовать. Отлично. Так, смотрите, скидка произошла, произведена. Сумму к оплате мы видим. Соответственно, за 188 баллов я заплачу всего около 4000 рублей. А все почему? Потому что есть команда. Компания начисляет деньги за работу команды. И часть денег переводит на карту, а немножечко оставляют на оплату заказов. Чтобы хватило, примерно 60% они оставляют. То есть мы оплатить можем этими деньгами не более 60% от суммы заказа. Понимаете? Это очень выгодно и удобно. Поэтому я сейчас перепроверю весь заказ и завершу. То есть мне осталось нажать кнопочку «Оформить заказ». И все. Очень удобно и очень классно. Я вам желаю отличного каталога, классных заказов, вам море заказов, все успеть. Чтобы успеть получить заказы до наступления Нового года, потому что их нужно раздать клиентам, упаковать на подарки и отлично завершить этот потрясающий год. Всего вам доброго, до встречи, пока-пока!